Итак, приветствую вас, друзья. Меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ. Сегодня у нас битва замков и выходит роллинг на 32 тысячи самоцветов. Если соскучились по роллингам, смело лепите лайк, делитесь видосом, подписывайтесь на канал. Фух, я это выговорил, и мне даже хватило воздуха. Нахожусь на аккаунте игрока под ником WP2807. Он, в свою очередь, находится в гильдии под названием... Где же тут гильдия? Ёлочки-палочки. А вот она где. Вот мы вот так вот забираем, и теперь мы начинаем все видеть. Гильдия под названием Тропико. 12 человек в ней. Гильдия развивается. Если вы недавно начали играть, то можете смело вступать. Босс 12.00. Номерочек, ватсапчика. По поводу вступления обращаться сюда. Вы все видите на своих экранах. А у меня что-то глаз зачесался. Не к добру это, а может к добру. К множеству редких, легендарных, крутых героев сегодня выбитых на аккаунте. Кидаем ежедневно по 300 кг. Ну, гильдия развивается, это понятно. Но 300 кг такая серьезнейшая сумма. Что же нам нужно здесь выбить? Список достаточно большой, потому что аккаунт на самом деле, как вы могли заметить, молодой. Фух, не хватает здесь Бигфута, Афины, Фрэнки 1.0, Ворожей, Тесса, Рина, Стрелок, Ронин, Анубис. Давайте еще раз. Анубис, Ронин, Стрелок, Рина, Тесса, Ворожей, Фрэнки 1.0, Афина и Бигфут. Я надеюсь, вы все смогли это запомнить. И теперь мы будем пытаться здесь выбить данных героев. Даже если мы выбьем повторки редких героев, которые уже присутствуют на данном аккаунте, это все равно будет очень круто. Но мы можем заметить картину, что здесь, елки-палки, не хватает имбовых героев. Давайте будем надеяться, что... случится чудо, и мы хоть кого-то сможем выбить из крутых легенд за 32 тысячи гребаных самоцветов. Ёпарасете. Ну, полетели. 2 минуты у нас длилось вступление, как обычно долго, но ничего страшного. Мне надо растянуть данное видео на 10 минут, и выпадает бульдозер, но мы не особо будем ему радоваться, потому что это гребаный бульдозер. Он бульдозер и в Африке бульдозер. А, трактор. Эвакуатор, грузовик, кран. Почему его так не могли назвать? Почему именно бульдозер? Не знаю. Ниндзя. Ну, серьезно? Ты серьезно? Снайпер, циклоп, палач. Оп, панда-разрушитель. Сегодня, кстати, будет стрим, на котором будет много роллингов, потому если вам вдруг не хватает роллингов, то... О, заклинательница выпадает! Ёперный театр! То приходите на стрим, и я надеюсь, я там тоже смогу выбить заклинательницу. А если хотите смотреть роллинги самыми первыми, то... подписывайтесь на мой VGamers, там я часто стримлю и записываю прямо на стриме на VGamers. Роллинге сейчас сидит 73 зрителя и наблюдают за этим сумасшествием. Также ссылочка будет в описании на мою группу в Телеграме, туда тоже можете подписаться и не пропускать никаких новостей моего канала и стримов, потому что уведомления часто глючат на Ютубе, в особенности для тех, кто еще и колокольчик не нажал. Тогда вообще никакого уведомления не приходит, вы будете пропускать стрим и приходить такие на стрим. О, уведомление не пришло, я пришел под конец стрима и пропустил розыгрыш 15 тысяч рублей на стриме. О божечки, малышник, бог грома. Так, слушайте, нормальненько, пока что нормально идем. Пока что у нас все хорошо. В принципе, уже роллинг прошел не зря, дамы и господа. Заклинательница. Заклинательница на этом аккаунте серьезно может помочь, потому я посоветую хозяину данного аккаунта прокачивать ее. А мы тем временем выбиваем. Выбиваем капитана Дрейка. Повторочку. Я думаю, она понадобится. Ну, а нам надо вспомнить список героев, которых не хватает на данном аккаунте. Кстати говоря, в списке не присутствовала заклинательница. Итак, Бигфут, Афина, Фрэнки 1.0, Ворожей, Тесса, Рина, Стрелок, Ронин, Анубис. Ну-ка еще раз, кто не понял. Вот. Анубис, Ронин, Стрелок, Рина, Тесса, Ворожей, Фрэнки 1.0, Афина, Бигфут. Вот так вот, ребятки. Йоу, Сноузила, нахер ты здесь нужна? Смерть, да пошла ты. Давай дальше. Рыцарь тьмы, ну пошел ты. Ну,
12 тысяч выпадает Кэнди, 12 тысяч самоцветов остается, 11 тысяч самоцветов остается, но у нас уже есть заклинательница. Слушайте, а может быть она была на аккаунте, мы ее просто не заметили, может быть хозяин уже ее выбил, а я зря радовался. Но даже если она и была, то повторочка заклинательницы — это хорошо. Сэкономится 1500 кулачков или, к примеру, 20 тысяч кристаллов героев. Но я хоть и мутноглазый, но тем не менее я вижу, что здесь отсутствует заклинательница. Почему бы нам не взять и сейчас не открыть эту героиню и посмотреть, что там. Посмотрите, сколько у нас легендарных карт. Ребята. Заклинательница приходит на данный аккаунт, с чем мы поздравляем хозяина, игрока под ником VP2807. Вот так и вот. Или, например, VP2807. Так, ладно, что у нас тут? Опа, заклинательница. 2,8 ослабления Херабора. Но вот до сих пор не понимаю, почему ослабление. Почему не назвать ускорение, сапоги или еще что-нибудь ослабление? Увеличивается скорость передвижения героя, но как с этим связано название данного таланта — ослабление? Я не знаю, напишите ваше предположение в комментариях, а я пока что выбил медузу, и мы тоже можем порадоваться, ведь это повторочка, молодой аккаунт, и тут укротитель выпадает, любые повторочки пойдут в ход, и человек будет рад. Дракос, ну, блять, Дракос пошел нахер. Варлок, ребятушки, тема. Вот, к примеру, если бы я ролил на своем аккаунте, то я там выбиваю какую-нибудь медузу там или еще какого-то героя. А у меня эти герои уже, знаешь, прокачаны на максимум, там, аугментации, шмаугментации. И то есть я могу выбить крутую легенду, но от нее не быть никаким образом счастливым, потому что я понимаю, что выпадает Рина на этом аккаунте. Вторая крутая редкая легенда, и мы можем реально поздравить пацана. Рина даже здесь в списке присутствовал. Смотрите, Анубис, Ронин, Стрелок, Рина вычеркиваем. Тесса, Ворожай, Фрэнки 1.0, Афина и Бигфут. Вот так вот, ребятушки. У-ху-ху! Ну-ка еще? Нет. Открываем Рина, смотрим, что у него талантом. Талантиком. Оп. Ваши подарки. Оп. Оп, шалам алейн, алейшалам алейн. Кто знает эту песню, ставьте плюсик в комментариях. Блин, я уже думал, пятая каменная кожа, я уже хотел порадоваться за пацана, но нет, еще осталось 3000 самоцветов, давайте в эконом-режиме попробуем что-нибудь выбить, а хер там на эконом-режим. 450 и выпадает Купидон, еще раз жмем 450 и никто не выпадает, дальше жмякаем по 150 и оставляем 300 самоцветов на смену таланта. Все, роллинг на данном аккаунте закончился, но не будем забывать про ништяки, которые находятся здесь. Это у нас... Слушайте, мы можем еще раз. Мы можем несколько раз ударить по героям. Оп. Суккуб. Ого. Так. И заходим сюда, открываем крутые... Ну, не крутые, короче, редкие эти... Короче, легендарные карты. Потребляемая. Ваши подарки. И давайте с легендарной карты начнем. Эх, жалко, оттуда некроз не упадет. Бац, и падает ниндзя. Бац, и падает фараон. Бац, и падает друид. Бац, и падает кто? Рыцарь. Еще? Химера. Опа. Фея, нормально. Суккуб, окей. Купидон, замечательно. Влад Дракула. Так, идем дальше. Снеговик. Знаете, как на латышском снеговик будет? А? Лепите лайк, если хотите узнать. Снеговирс. Друид. Паладин. Вот я как долбоеб сейчас повторяю все эти выпадающие герои, названия их, но вы же прекрасно видите на экране, кто из них выпадает. Смерть! И у нас еще 6 вот таких вот карт легендарного героя акция. Ну, оттуда типа... наплодили этих карт, сделали бы одну нормальную и все. Нет, они там, блядь, херней страдают в Китае. Тыква!
тыква. Ну давай третий раз подряд тыква. Чё ж тут? Тыква! Охереть, три раза подряд. Ну, я думал, уже четвертый раз упадет. Купидон. Варлок. Повторочка. Проходить дальниками. Аугментация, эволюция. Все, у нас закончились эти карты. На этом заканчивается уже окончательно данный роллинг. Я пожелаю огромнейшей удачи хозяину данного аккаунта. Поздравляю с его двумя новыми крутыми героями. Это хороший результат для 30 тысяч самоцветов. Можно сказать, мы сделали чудо. Потому что зачастую роллинги хэппи-эндом, таким хэппи-эндом не заканчиваются. Пускай качает, пускай развивает аккаунт. Не забываем про гильдию молодую, но я думаю целеустремленную под названием Тропика. Вам же также желаю огромнейшей удачи. Не забываем ставить лайки, выбивайте желанных героев, и все у вас будет хорошо. Всем пока, друзья, и удачи!